Сегодня у нас будет поездка в Оранинбаум. Отправление у нас будет с Балтийского вокзала. Поездка у меня будет на поезде «Ласточка». А в прошлый раз с Балтийского вокзала у меня была поездка в Петергоф, но на более старой электричке. Окна у «Ласточки» в этот раз почище, чем у старой электрички.
Уважаемые пассажиры, наш поезд прибывает на станцию Ленинский проспект. Где-то там на заднем плане аэропорт Пулково. Станцию я уже говорил, название которой у меня ассоциируется с названием песни Александра Розенбаума. Thank you.
Даже нам предложили купить обратные билеты до Балтийского вокзала. Что в итоге во втором случае мы и сделали. Мы на станции Новый Петергоф. Там, где мы были позавчера. На Старом Петергофе пока еще я не был, зато на Новом Петергофе побывал. Вот на этой стороне платформы мне приходилось покупать обратный билет на «Ласточку» за минуту до прибытия и потом отправления поезда. Станция Университетская. Я раньше никогда не видел, чтобы на этих станциях были гербы города, как на этом. Вот еще один герб города. Проезжаем станцию Мартышкина. Оказывается, эта станция никакого отношения к мартышкам не имеет, как многие подумали уже. Она названа в честь мартышей. Это чайки такие, которые здесь обитают. А так название Мартышкина звучит более по-веселому. Прибываем мы на конечную станцию Оренбаум. Чуть мы остановились. Будьте внимательны и не забывайте свои вещи в вагоне. Вроде сейчас выход должен быть. Вот мы и приехали. Раньше называлась Оранейнбаум 1, а теперь просто Оранейнбаум, судя по закрашенной циферке 1.
Вот мы уже вышли в Ораниенбаум. Вот даже у «Ласточки» есть своя конечная платформа.